Это ужас какой-то. Я не знаю, кто... Все-таки говорят, что интернет. Может быть, интернет, потому что они там много видят, чего не надо видеть. Наверное, как-то дома нужно больше на детей внимание обращать. Может быть. А хотя вообще теперь не знаю. Мне кажется, виноваты прежде всего родители. Вот у меня сын, он не пойдет это делать, потому что не так воспитан, в первую очередь. А второе, ну, нужно как-то директору школы побольше уделять внимание на то, как ведут себя ученики в школах, чем они интересуются, занимаются. Это и руководители класса должны как-то с родителями общаться. Я просто удивлен над этим вот за фактом, понимаете? Как это маленький ребенок такой стал свирепый. Родители, мы виноваты, родители. Что мы так воспитали детей таким неправильным. Ой, вы знаете, голова кругом, конечно. И учителя виноваты. Ну, и от нас, от родителей тоже много зависит. Родители же видели, чем занимался парень. Как он себя вел, куда ходил, чего должны были вот. Особенно мальчишек держать надо. Вот. Я сама вырастила двоих пацанов, но я держала в ежовых рукавицах.